Всем огромный привет, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Эля. Я очень рада, что вы решили посмотреть это видео. Сегодня я хочу сделать небольшой обзор на очередную коробочку красоты. Это очередная коробочка красоты от сервиса New Beauty Box. Она выглядит вот таким вот образом. Первая коробочка, которая ко мне приходила с наполнением люксовыми продуктами, была точно такая же по оформлению. И у меня, кстати, не поменялось мнение, что вот это вот оформление, это вообще мне совершенно не нравится. Здесь надпись эта дурацкая, я слишком красивая, чтобы работать. Кто до этого додумался, я не знаю. Коробочка была оформлена вот таким образом. Эта коробочка красоты была с наполнением из масс-маркета, и это наполнение мне безумно понравилось. В этой коробочке лежал вот такой вот вкладыш. Здесь перечислены все продукты, которые лежат вот в этой коробочке. И еще один вкладыш лежал в этой коробочке. Я так понимаю, это реклама лаборатории натуральной косметики от Mixit. Хочу сказать, что у меня на губах, и это как раз та помада, которая пришла ко мне в этой коробочке. Это помада от Divash, матовая помада Velvet. У меня в 0,5 оттенке. Такой помады от Divash у меня никогда не было, поэтому я была очень рада получить такую помаду себе в использование. Я хочу сказать, что в нанесении эта помада мне очень понравилась. Она ложится ровно, без всяких проплешин. Все-таки у этой помады немного есть влажный эффект. Она не глухая и не сильно матовая. Вот так вот выглядит сам стик этой губной помады. Такой оттенок, знаете, припыленной фуксии. Сейчас я сделаю для вас свотч. Она очень нежно ложится, текстура у нее кремовая, не скатывается, не подчеркивает никакие шелушинки на губах. Вот в общей сложности мне очень понравилась эта губная помада. Я прям не ожидала такого эффекта от матовой губной помады. Ну, вот так вот она выглядит. Девчонки, обязательно мне напишите, идет ли мне этот оттенок. Я, если честно, не привыкла к таким оттенкам помады. И здесь написано, что эта помада стоит 329 рублей. Следующий полноразмерный продукт, который лежал в этой коробочке, это был вот такой вот гель с минералами Мертвого моря. Здесь аж 300 миллилитров, и я сегодня уже попробовала помыться с этим гелем. Как я уже сказала, я сегодня уже использовала этот гель. И хочу сказать, что этот гель не сушит кожу. Есть нотки свежести. Мне не очень понравился этот аромат, но я этим гелем для душа буду пользоваться, потому что он очень хорошо пенится, хорошо очищает кожу и, самое главное, не подсушивает кожу. Это самое главное для меня. У меня еще никогда не было вот такого геля для душа от компании Beauty System. Конечно, мне было очень приятно получить такой гель для душа коробочки. Следующее, что лежало в этой коробочке красоты New Beauty Box, тоже полноразмерная версия. Вот такой вот спрей-усилитель блеска от компании Schwarzkopf. Написано, что это новинка из серии Essence Ultime. Написано, что это блистательная яркость цвета, ослепительный блеск с сывороткой и многократное сияние при умножении яркости цвета до 99% меньше ломкости волос и сечения. Написано, что небольшое количество распылить на влажные или сухие волосы. Стоит эта упаковочка объемом 100 мл 410 рублей. Я сегодня уже после того, как помыла голову, нанесла вот этот спрей-усилитель блеска и высушила феном. Этот спрей-усилитель блеска не склеивает волосы, не утяжеляет волосы. Следующий продукт, который лежал в этой коробочке, тоже полноразмерная версия. Это вот такая крем-сыворотка против секущихся кончиков волос от Dove. Я была очень рада получить такой продукт. Написано, что крем-сыворотка Dove против секущихся кончиков содержит инновационный комплекс, который восстанавливает до 80% секущихся кончиков уже после 3 применений, застегивая их словно на молнию. Написано, что нужно выдавить 2-3 порции крема сыворотки на ладонь и растереть, нанести на вымытые влажные волосы от середины длины до кончиков, не требует смывания. И эта крем-сыворотка стоит в полноразмерной версии, как это, 310 рублей, здесь 125 мл объема. Я сегодня так и сделала, выдавила 2-3 порции на ладошку, растерла и нанесла на свои волосы. Волосы блестящие, не склеенные,
Эта сыворотка их совершенно не утяжеляет, и такое ощущение, как будто эту сыворотку мои волосы прям тут же впитывают, поэтому я очень рада, что этот продукт попался мне в этой коробочке. Следующий продукт, который лежал в этой коробочке, это вот такая сыворотка для лица «Пептиды» от Skin Light, и мне прислали 4 саше вот с такой вот сывороткой пептиды для лица, шеи и декольте. Я сегодня уже воспользовалась одним саше и нанесла его на свое лицо, и на шею, и на зону декольте. Я думала, что вот эта вот сыворотка подойдет для меня как база под макияж. Здесь написано, что нужно легкими движениями нанести сыворотку на очищенную кожу лица, шеи и декольте. Оставить до полного впитывания. Рекомендуется наносить в качестве базового средства перед нанесением крема или маски. Эта сыворотка с пептидами стоит 313 рублей. Здесь 4 саше. Я сегодня уже одно саше использовала. Эта сыворотка очень хорошо увлажняет кожу. Как вы знаете, у меня жирная кожа. И, к сожалению, эта сыворотка не подошла мне как база под макияж, потому что у меня чувствовалась липкость на лице. Сейчас у меня зона шеи и зона декольте невероятно хорошо увлажненные. И, кстати, они совершенно не липкие. Но именно для лица эта сыворотка как база под макияж мне не подошла. Я ее буду использовать на ночь. Мне понравился эффект увлажнения просто на 100%. Следующее, что мне положили в коробочку красоты, это вот такая маска для глаз, 100% коллаген. Я эту маску еще не использовала. Написано, что это двухэтапная коллагеновая маска для области вокруг глаз, повышает содержание коллагена в коже, разглаживает морщины, устраняет мешки и темные круги под глазами, повышает упругость, восстанавливает и омолаживает кожу. Написано, что нужно наносить на очищенную кожу лица на 15 минут. И цена 810 рублей. Я не знаю, конечно, сколько штук этих масок вообще в наборе, да, но я не думаю, что эта одна маска стоит 810 рублей. Это маска от компании Дизао. Я, конечно же, использую. Написано, что это активный лифтинг, мгновенное действие. Я, конечно же, использую эту маску. Мне очень интересно. В принципе, я сейчас вам показала все основное, то, что лежало в этой коробочке. И еще сервис New Beauty Box дополнительно мне положили вот такие саше со скрабом антиакне. Я была очень рада, что они мне положили аж 3 пробничка. Если я сейчас правильно прочитаю, это компания Joy Skin скраб антиакне. Имеет очень мелкие голубые скрабирующие частички, очень приятный на ощупь. И, конечно же, я сегодня воспользовалась, мне безумно понравилось. Написано, что и без парабенов, без красителей. Вот так вот выглядит это саше. Девчонки, если вы увидите, это для проблемной кожи, для жирной. Написано, что для глубокого очищения чувствительной, жирной и проблемной кожи. Здесь все подробно написано. Мне очень понравился этот продукт. Я, конечно, очень рада, что мне его положили. Ну вот и все, мои дорогие зрители. Я вам показала все наполнение коробочки. Наполнение коробочки мне безумно понравилось. Я, конечно, очень рада. Конечно, кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи!